Котяра, дай поснимать. Ну что ты к микрофону пристал? Ну. Ну дай поснимать. Ну, ну говнюк маленький, ну. Хочешь? А, собака быстрая. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда Сигарет Нет, и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам о новом девайсе от компании G-Tech под названием Exit Grip Pro. Устройство поставляется вот в такой вот небольшой картонной коробке. На лицевой панели есть изображение самого девайса и его название. С другой стороны указаны технические характеристики и комплектация. Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Оставляйте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. Открываем коробку и сразу же видим набор в собранном состоянии. Под ним располагается гарантия и инструкция. Далее идет еще одна небольшая коробка. В ней лежит ланьярд со специальным силиконовым креплением, кабель microUSB и один сменный испаритель на 1,2 Ома. Корпус мода полностью выполнен из металла. В руке лежит довольно комфортно и обладает довольно приятной тяжестью. На лицевой панели устройства расположилась довольно большая кнопка Fire, есть информативный дисплей и чуть ниже замаскированы кнопки плюс и минус. Ну а в самом низу спрятался разъем microUSB. В верхней части девайса расположился 510 дриптип. Он крепится при помощи двух орингов, а это означает, что вы можете взять один из своих любимых дриптипов и поставить его на этот девайс. На противоположной стороне от панели управления расположился съемный картридж. Съемный картридж обладает объемом в 2,6 мл. Работает на сменных испарителях, но при желании можно докупить RBA-базу. Обладает огромным отверстием заправки и качественной регулировкой обдува. Внутри этого мода спрятался аккумулятор объемом в 1000 мАч. Это довольно большой аккумулятор, так что производителю плюс. Мод находится под управлением очень качественного чипсета. Да, функционала в нем практически нет, но тем не менее он будет работать довольно качественно и без нареканий. Максимальная мощность этого устройства 40 Вт. Из режимов здесь есть только стелс, благодаря чему у вас будет гаснуть экран. Включается он при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire и выключается он также при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. Кстати, небольшая ремарка. Когда вы будете его включать, проследите, чтобы испаритель был полностью пропитан жидкостью, так как кнопка Fire здесь работает просто моментально, и случайным образом вы можете жечь свой новый испаритель. В заключение данного ролика я хотел бы посоветовать этот девайс всем, кто начинает свое знакомство с парением, поскольку это очень простой девайс, с которым разберется даже самый юный новичок. И также этот девайс я могу с легкостью посоветовать парильщикам, которые уже очень давно занимаются вейпингом и которые ищут девайс, благодаря которому можно хорошо себя насытить никотином. Из плюсов этого мода большой аккумулятор, регулировка мощности от 1 до 40 Вт, также довольно хороший выбор испарителей и по возможности сюда можно поставить обслуживаемую RBA-базу, намотать на нее свой любимый койл и парить самые вкусные жидкости. Ну и также здесь еще есть очень крутой обдув, который регулируется от кальянного свободного до никакого, он полностью может закрыться. Так что, в принципе, регулировку затяжки здесь сделали очень хорошо. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и Сигарет Нет, и до встречи на нашем канале.